Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную программу «12 созвездий» на телеканале «Видное ТВ». На этой неделе Луна убывающая. Это время лучше всего подходит для генеральной уборки в доме, голове и жизни. А какие сюрпризы и неожиданные повороты ждут каждый знак зодиака с 13 по 19 февраля, расскажем прямо сейчас. В середине февраля у овнов будет много работы, но звезды советуют сохранять хладнокровие и не стараться выполнить все задания одновременно. Распределите дела по степени срочности и важности, а лучше составьте рабочий график. Неожиданное покровительство влиятельных людей позволит тельцам преуспеть в важном деле. Это значительно повысит ваш авторитет среди коллег и деловых партнеров. Близнецы, готовьтесь много путешествовать в пределах своего региона, но тщательно собирайтесь даже в самую короткую поездку. Если раки с кем-то давно были в ссоре, то эта неделя дарит представителям водного знака шанс восстановить добрые отношения. Львам звезды рекомендуют с 15 по 19 февраля много работать и убедительно выступать на совещаниях. Продвижение по карьерной лестнице гарантировано. Девы займутся изучением всего нового и неизведанного. Если ваше увлечение распутывать всевозможные загадки, то на этой неделе вы можете поиграть в детектива и, возможно, разгадать какую-то тайну. Эта неделя порадует весов приятными событиями. Не удивляйтесь, если любимый человек вдруг преподнесет вам подарок, о котором вы давно мечтали. «Мой дом, моя крепость». Все мысли скорпионов в этот период будут заняты обустройством своего жилища. Можно запланировать небольшой ремонт и поменять интерьер. В субботу и воскресенье откажитесь от развлекательных мероприятий. Выходные лучше проведите дома в кругу семьи. А вот соседнему знаку, стрельцам, звезды советуют отложить любые сделки с недвижимостью, в том числе по аренде или купле-продаже жилья. На этой неделе у козерогов возникнет такое ощущение, что наткнулись на волшебную тропинку, ведущую прямо к желанной цели. Но не поддавайтесь соблазну ускорить шаг, пусть события развиваются своим чередом. С 15 февраля творчество полностью захватит водолеев, что вполне вероятно отразится и во внешнем облике. Женщины-водолеи захотят поэкспериментировать со своей внешностью, стилем одежды, макияжем, что, естественно, не останется без внимания противоположного пола. В рабочих обязанностях рыб астрологи прогнозируют изменения. Возможно, это старт для совершенно иной карьеры. Ничем подобным вы ранее не занимались, а может быть, даже и не задумывались об этом. Однако нет ни малейшего сомнения, что, взявшись за дело, вы отлично с ним справитесь. Звезды советуют, но выбор всегда только за вами. Вы смотрели программу «12 созвездий». До новых встреч и всего самого доброго!